Господин Бурхан! Господин Бурхан! Отец! Господин Бурхан! Отец! Отойди! Вызови немедленно скорую! Господин Бурхан! Умоляю, открой глаза! Если с тобой что-то случится, я не перенесу этого! Господин Бурхан! Господин Бурхан, умоляю, открой глаза. Господин Бурхан, открой глаза. Господин Бурхан. Быстрее, быстрее, поторопитесь. Мой отец. Потерпи немного, господин Бурхан, отойдите. Господин Бурхан. Медсестра, стетоскоп. Осторожнее. Осторожнее. Господин Бурхан, держись, пожалуйста. Быстрее, быстрее, я тоже поеду. Мама, я тебя отвезу, а ты молчи. Мама, как ты поедешь? Садитесь вперед. Аликемаль, я останусь одна? Аликемаль, я боюсь. Нечего бояться, Аху. Зайди в дом, закрой дверь. Жди меня. Онур, я не настолько строгая и жестокая. Раньше я тоже была очень мягкой и открытой. Но у меня в жизни было больше черных пятен, чем белых. Такова моя судьба. Я потеряла близких. Но я хочу измениться. Хочу снова стать той веселой Шахерезад, какой я была раньше. Ты обещал любить меня вечно. Я тоже обещаю тебе постараться измениться. Не надо, Шахерезад. Не меняйся. Не меняйся. Оставайся такой же гордой. Именно твоя решительность и упорство помогли тебе пережить все тяготы жизни. В этом и есть вся сложность и прелесть твоей любви. Меня привлек именно твой характер. Я должен был это понять. Ты такая, какая ты есть, Шахерезад. И я не хочу жить без тебя.
Ни секунды больше не хочу провести без тебя. Поэтому позволь мне надеть это кольцо на твою руку. Я желаю не того, чтобы ты изменилась, а чтобы ты носила это кольцо до конца своей жизни. Ты согласна? Конечно. Я люблю тебя. И я тебя люблю. Господин Бурхан, потерпи. Потерпи немного. Господин Бурхан, я рядом. Госпожа Надиди. Я рядом, господин Бурхан. Господин Бурхан. Я рядом. Госпожа, ждите снаружи, вам нельзя сюда. Господин Бурхан, не оставляй меня. Господин Бурхан, прошу тебя, не бросай меня. Не бросай, пожалуйста. Мама, не трогай меня.
Ни дня не хочу просыпаться без тебя. Тогда давай поженимся. Ты серьезно? Конечно. Я серьезно. Хорошо, тогда приступим к подготовке. Свадьба не нужна. Почему? Просто зарегистрируем брак. Я хочу видеть тебя в свадебном платье. Ты уже видел. К тому же нам не везет со свадьбой. Хорошо. Будет так, как ты хочешь. Бей красный. Добро пожаловать. Здравствуйте, как вы? Хорошо, спасибо, Мэрт. Твоя очередь. Привет. Что пьешь? Часто приходишь сюда? Добрый вечер. Мы знакомы? Познакомимся. Меня зовут Чагатай. А меня Мелек. Рад знакомству, я тоже. Это место не такое уж и плохое. Это шутка? Почему? Откуда мне знать, ты не похож на человека, которому нравятся такие места. Ты тоже. Как дела, дорогая? Мне скучно. Пойдем отсюда. Хорошо. Куда пойдем? Пойдем ко мне. До встречи, Мэрт. До встречи. Я пойду. Куда? Мы ведь только пришли. Я не допила. Перестань. А мне что делать? Открыла дверь и услышала, как они ругаются. Я вышла, потому что не хотела вмешиваться. Не удивлюсь, если скоро случится скандал, и ты знай. Ты меня не слушаешь, да? Нет, говори. Что нам делать, Керем? Бурак и Мелек тебе не чужие. Все-таки младший брат и своячница. Младший брат? Да, брат Керем. Я тебе говорил, мою сестру зовут Сезен. Да, говорил. Я знаю, как зовут мою младшую сестру, но она не знает имени своего старшего брата. Керем, ты не можешь это забыть. Стараюсь забыть, Бану, стараюсь. Но пока не получается. Кофе? Будешь кофе? Оставь кофе. Здесь или в комнате? Чагатай, постой. Давай, я передумала, не хочу. Давай. Не нужно. Нужно, нужно. Давай, давай, начнем. Я же сказала, я не хочу. Давай, снимай одежду. Не хочу, тебе лучше уйти. Что? Прошу, уходи. Я не хочу. Уходи. Ты ведь сама меня привела. Ты считаешь меня глупцом? Прости, у меня нет настроения. Тебе лучше уйти. Издеваешься надо мной? Ты сама привела меня сюда. Я передумала. Ты понял? Не понял. Чагатай, уходи, прошу. Я не хочу, заставишь меня силой? Да, силой. Отпусти. Отпусти, говорю. Не кричи. Не кричи. Отпусти меня. Замолчи. Отпусти меня. Негодяй. Животное. Что такое? Ты кто? Убирайся, пока живой. Бурак. Постой, Бурак. Я убью тебя.
Это голос Мелек. Помогите! Я убью тебя, убью! Бурак, Бурак, перестань! Я убью тебя! Убью тебя, убирайся! Ты знаешь, что такое изнасилование? Убью я его, отпустите меня! Бурак, перестань, Шахрезад, вызови полицию! Нет, не надо, не вызывайте! Это еще не конец, мы еще встретимся. Еще посмотрим. Еще встретимся. Кто это? Если бы ты не вмешался, я бы убил его, Нур. Это моя вина, я привела это животное домой. Ну все, дорогая, ну все, не плачь. Я и сама просила его уйти, но он... Все, ладно, перестань. Ты не обязана нам объяснять. Никто не имеет права дотрагиваться до тебя, если ты этого не разрешаешь. Негодяй. Не плачь. Бурак, ты в порядке? Да. Я во всем виноват. Если бы ты не пришел, я бы пропала. Ну ладно, все, не плачь. Мелек, если хочешь, можешь остаться у нас. Нет, я не оставлю Мелек одну. Шахрезад, не переживайте. Мелек? Извините, прошу прощения. Все хорошо, не плачь, успокойся. Если что, мы будем внизу. Заприте дверь. Кто знает, и ты успокойся. Этого негодяя надо было сдать полиции. Это же возмутительно. У меня ноги задрожали, до сих пор не могу в это поверить. И Мелек виновата. Как можно, только познакомившись, приводить домой? Ладно, Мелек тоже виновата, но никто не имеет права принуждать. Ты прав, Бурак. Я привела домой незнакомого человека. У меня нет ни стыда, ни совести. Ладно, перестань. Разве я не сделала этого? Привела незнакомого мужчину домой. Мелек, я знаю, почему ты так поступила. Назло мне. Увидев рядом с тобой девушку, я... Я даже не знаю ее имени. Действительно. Мелек, мы поступаем неправильно. Давай прекратим это все. Договорились, и ты, и я. Хорошо. Господин врач, у вашего мужа был инфаркт. Как он сейчас? Сейчас лучше, но мы должны проверить состояние его сердечно-сосудистой системы. Если есть опасность, мы узнаем это после обследования. Если будет возможно, вставим трубку. А если не будет возможным, посмотрим. Господин врач, если он в тяжелом состоянии, госпожа Надиди, не переживайте. Мы все держим под контролем. Не бойтесь. Я могу войти? Конечно, но ненадолго. Хорошо. Выздоравливайте. Если с отцом что-то случится, немедленно покинешь дом, Али Кемаль. Молись за его здоровье. Мама, я... Молчи. Чтобы я не видела тебя здесь. Мама, прекрати.
Госпожа Надиде, я рядом, господин Бурхан. У тебя был инфаркт, но сейчас все хорошо. Это сказали врачи? Ты самый близкий мне человек, госпожа Надиде. Аллах просто испытывает меня, послав такую болезнь. Не говори такого, не говори. Если со мной что-то случится, господин Бурхан, оставляю внучек тебе. Пока ты жива, я уверен, они ни в чем не будут нуждаться. Не говори так, пожалуйста. Ты поправишься. Все будет хорошо. Не теряй надежду. Как дядя Бурхан, тетя? Вы спровоцировали инфаркт, а теперь без зазрения совести спрашиваешь, как его дела? Я готова умереть от горя, тетя. Отойди, бесстыжая, бессовестная. Я приняла тебя в дом, кормила, поила. Этим ты мне отплатила. Тетя, прошу, я не виновата. Накажи меня, Аллах, он сам пришел в мою комнату. Тебе нет прощения, Аху. Ты заманила в свою постель сына хозяев дома, в котором тебя приняли как гостью. Собирайся, ты немедленно уедешь в Кайсери. Я не могу вернуться. Вернешься. Чтобы я больше не видела такую бесстыжую, как ты. И ты больше нас не увидишь. Забудем все. Как я вернусь, что я скажу в Кайсери? Поехала к дяде Бурхану невинной девушкой, а Али Кемаль меня. Об этом ведь все узнают, тетя. Все в любом случае станет известно, если в Кайсери узнают о том, что сделал Али Кемаль, и что ты хочешь этим сказать. Мы все опозоримся. И ты сама всем расскажешь? А что мне делать? Все равно об этом узнают. Поэтому придумайте что-нибудь. Или я наложу на себя руки. Вот увидите. Есть новости из больницы, мама? Аху была девочкой? Как отец, мама? Я тебя спрашиваю, Али Кемаль, отвечай мне. Да. Аллах, зачем ты мне дал такого сына? Лучше бы родила камень, а не тебя. Камень. Кто пришел? Посмотрите, кто к нам пришел. Добро пожаловать. Бабушка, мы пришли. Иди к бабушке и спроси, как у нее дела.
Дорогой, добро пожаловать. Выздоравливайте. Спасибо. Какие красивые цветы. Нужно поставить их в воду. Скажем тете Фирдеус. Фирдеус, поставь в вазу цветы, которые принес Каан. Действительно очень красивые, Каан. Спасибо. Подойди, дай я поцелую тебя. Ты не хочешь меня поцеловать? Поцелую, бабушка. Бабушка? Ты назвал меня бабушкой? Ну-ка, поцелуй меня еще раз. Иди ко мне. Садись на коленки. Обниму тебя. Как ты пахнешь. Онур тоже был такой же сладкий в детстве. Дети быстро взрослеют, а потом покидают. Я никогда не уйду. Остаться с вами. Остаться, мама. Конечно, сынок. Дорогой. Фирдеус. Слушаю, господин Онур. Где завтрак? Мы проголодались. Все готово, господин Онур. Пойдемте. Пойдем, Каан. Какая красота, Керим. Мне понравилось. Дорогая, я хочу, чтобы ты была счастлива в этом доме. Мое счастье, твое счастье, Керим. Если ты счастлив, то и я счастлива. Керим, давай вечером пойдем к тете Сиваль. Сегодня? Да, прошу тебя. Керим, прошу. Мы уже говорили об этом. Разве она не имеет права делить с нами нашу радость? Хорошо, тогда позвони им и скажи, что мы приедем. Госпожа Хали, можете готовить документы. Нам понравилось. Хотим скорее купить. Хорошо, господин Керим. Какой хороший аппетит у моего мальчика. Как бы не сглазить. Это он у вас хорошо ест, а дома приходится уговаривать. Тогда будем чаще приходить, правильно? Было бы замечательно. Каан, если ты уже поел, то нам пора уходить, не так ли? Хорошо. Вы уходите? Мы с Кааном, если позволишь. Сегодня у Каана в школе будут сажать деревья. Пойдем туда. Хорошо, идите. А чем займемся мы с вами? А вы останетесь? Конечно, если позволите. Ну что ты, я буду очень рада, Шахризад. Тогда мы пойдем, а то опоздаем. Пойдем. Поцелуй бабушку. Посади одно деревце из-за меня, хорошо? Хорошо. Дорогой мой. Ну, пойдем. Мама, до встречи. До встречи. Не бойтесь, госпожа Надиди, опасности нет, не переживайте. У вас сильный муж, никакой опасности. Господин Бурхан уже скоро поправится и сможет поехать домой. Спасибо, господин доктор. Но если придется делать операцию на кровеносные сосуды, пока операция не требуется. Но если надо будет, сделаем. Господин Бурхан придерживается здорового образа жизни. Не курит, не пьет. Быстро поправится. Отец, прошу. Уйди. Не попадайся мне на глаза.
Скоро мы повезем вас на комплексное обследование. Вы еще встанете на ноги, не переживайте. Уходи. Как я могу отдать сына? Конечно, будет трудно, сынок, но это правильное решение. Жансель, я не смог сдержать свое обещание. Не смог. Прости меня. Сынок, Яман, не говори так. Не то я расплачусь. Позвоню господину Бурхану, можно? Да, позвони, папа. Посмотрим еще. Пусть разлучат меня с сыном. Алло? 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 Мне нужен Бурхан Евлияуглы. Я его жена. А кто спрашивает? Я господин Кадир, отец Ямана. То есть... Вы нашли ребенка? Яман вернулся домой. Ребенок в порядке. Хотел сообщить это. Если господин Бурхан не занят... Господин Бурхан заболел. Правда? Как жаль. Сердце? У него был инфаркт. Дай Аллах ему здоровья, как он сейчас. Думаю, все будет хорошо. Господин Кадир, сейчас мы не сможем забрать ребенка. Нужно время, чтобы прийти в себя. Конечно. Умут в порядке. Звоните, когда вам будет удобно. Мы привезем. Хорошо. Пусть господин Бурхан быстрее поправляется. Спасибо, господин Кадир. Господин Бурхан в отделении реанимации. Они не могут сегодня забрать ребенка. Умут останется. Временно, сынок. Будет у нас, пока господин Бурхан не выпишется из больницы. Мама. У Умута заканчивается молоко. Я пойду в магазин. Еще что-нибудь нужно? Для кого посадим это дерево? Для Ишин. Ишин? А кто это? Твоя подруга? Да, Ишин больна. Больна? А что у нее болит? У нее лейкемия. Как у меня. Вы учитесь в одной школе? Нет. Познакомились в больнице. А зачем вы ходили в больницу? У меня поднялась температура. Мама испугалась, что я снова заболею. Даже упала в обморок от страха. Упала когда? В магазине сладостей. Мы собирались купить торт. Мама потеряла сознание. Я испугался, что она умерла. Дорогой. А что было потом? Ничего. Продавцы хотели вызвать скорую помощь, а когда мама пришла в себя, мы поехали домой на такси. После этого мама не болела больше? Нет, все было хорошо. А что тебе сказал врач? Я вылечился, он сказал, что я не болею. А Ишин до сих пор болеет. Иди ко мне. Ты никогда больше не заболеешь. Не бойся, хорошо? Хорошо. Сынок мой, Ишин поправится. Ну давай, начнем сажать. Потом посадим для бабушки Переде, да? Хорошо. Землю насыпь сам. Давай. Если вы устали, давайте присядем. Да, отдохнем. Мы уже долго ходим.
Похоже, я только зря побеспокоила вас. Нет, действительно, погода замечательная. Неудобно получилось, что я заставила вас выйти на улицу. Конечно, вы можете увидеть все это из своего сада. Я даже не подумала. Шахрезад, простите, если я чем-то вас обидела. Нет, я не обиделась, конечно. Я только хотела, чтобы вы немного прогулялись и развеялись. Что поделать? Я бы хотела немного развеяться, но не вижу смысла в этой жизни. Такими словами вы обижаете нас, госпожа Перриде. К тому же я не понимаю, что такого с вами случилось, чтобы обижаться на свою судьбу. Я прожила пустую жизнь, никчемную, Шахрезад. Можно было бы и не жить вовсе. Вы говорите так, потому что отец Онура ушел к другой женщине. Это и есть причина. Это немалая причина. А вы хотели бы оказаться на чужом месте, госпожа Перриде? Хотели бы потерять родных, близких и проводить долгие бессонные ночи, боясь потерять единственного? Жизнь — это великий дар Аллаха. Как вы можете отказываться от нее? Вы не хотите радоваться за вашего сына, видеть его успехи? Сегодня мой сын назвал вас бабушкой. В скором времени мы с Онуром создадим семью. Наступит день, когда ваш собственный внук назовет вас бабушкой. Разве вас не осчастливят те моменты, когда вы сможете обнять внука? Простите, если я была слишком близко к вам. Я не должна была так говорить с вами. Шахрезад, вы всегда так прямолинейны. Простите, госпожа Перриде. Действительно. Почему вы извиняетесь? Вы правы. Мне нужны были именно такие слова, проникающие в душу. Госпожа Перриде, простите, я перешла все границы. Но вы заставили меня прийти в себя. В мире так много зла. Чего только вы не видели. А я мучила себя тем, что ворошила давно забытое прошлое. Будем булочки, да. Сынок, дай нам две булочки. Только не подгоревшие. Возьмем домой, Шахрезад. Возьмем. Дайте пять. Сколько с нас? 3.75. Возьмите, спасибо. О, мискибе. Какой запах? Ну давай, Керим, не могу, Бану. Прошу, тогда я сама постучусь. Хорошо. Добро пожаловать, господин Керим. Добро пожаловать, здравствуйте. Добро пожаловать, здравствуйте. Добро пожаловать, Керим, здравствуй. Как ты, Бану? Спасибо. Это вам, а как вы? Спасибо, стараюсь хорошо выглядеть. Пойдемте, присядем за стол, проходите. Зачем вы так беспокоились? Столько всего приготовили, мы ведь не чужие. Конечно, не чужие. Говорят, тетя почти как мать. Разве не так, Керим? Да. Бабушка, мы приехали. А где дедушка, тетя Немет? Родные мои, мои красавицы приехали. Добро пожаловать, я так соскучилась по вам. А где дядя Бурхан Немет? Они... Господин Гани. Что случилось? Что происходит? Пусть Аху расскажет. Аху. Родные мои, я так соскучилась по вам. Что случилось, сестра Аху? Дедушка в больнице, девочки. Немного приболел. Но он был в порядке, когда мы уезжали. Что случилось? Сердце прихватило. Что? Дедушка? Дедушка умер? Скажите правду. Нет, дорогая. Не плачь, Бурджу. С дедушкой все в порядке. Через 2-3 дня он уже будет дома.
Как это случилось? Он ведь был здоров. Сердце гони, такое случается. Ну ладно, Бурджу, не плачь. Я хочу к дедушке. Гони, отвези нас к дедушке. Дядя, поедем к дедушке, давай. Хорошо. Родные мои, дедушка болен, не беспокойте его. Папа. Бурджу, дочка. Букет. Папа, дедушка заболел? Мы хотим к дедушке. Хорошо, хорошо. Мы так договорились, Керим. Я ведь пришел, что еще? Если так и будешь упрямиться, лучше бы мы не приходили. Пойми меня, Бану. Что я еще могу сделать? Замечательно. Ее купил это, когда был в Италии. Тебе тогда был один год. Думала, когда-нибудь ты придешь ко мне с приятной новостью, и я отдам это тебе. Потому и хранила. Но если ты не считаешь меня матерью, то уже нет необходимости это хранить. Возьми. Сам знаешь, делай, что хочешь. Можешь выбросить. Мама! Мама, знаешь, ты даешь это как раз вовремя. Мы пришли к тебе, чтобы сообщить именно эту приятную новость. Это правда? Ты станешь бабушкой. Керим, сынок. Сынок мой. Любимая, почему ты не сказала мне? Нечего бояться. Как так? Ты потеряла сознание в магазине и говоришь, что нечего бояться? Это от переутомления. Я сильно переживала. Сейчас все хорошо. Я в порядке, Онур. Иди ко мне. Иди. Если бы я знал, как ты страдала. Нечего бояться. Если бы ты знала, как я испугался, когда Каан сказал, что ты упала в обморок. Завтра пойдем к врачу и пройдем полное обследование. Дорогой, правда, я в порядке. Такое случается с каждым. Какая ты упрямая, Шахрезад. Не отступаешь от своего. Что поделать? Ты сам просил меня оставаться такой. Раз уж свадьбы не будет, тогда быстрее зарегистрируем брак. Будь всегда перед моими глазами. Что ты делаешь? Немет и Айша дома. Пускай. Зачем нам скрывать, Аликемаль? О чем ты? А что мне делать? Как так? Теперь я не могу вернуться в Кайсери. Мы должны пожениться. Пожениться? Я только недавно развелся. Что скажут люди, Аху? Пусть что хотят, то и говорят. А мне что делать, Аликемаль? Ты вот так бросишь меня? Нет, конечно. Если не женишься на мне, я убью себя. Перестань, Ахо, успокойся. Немет может услышать. Пусть слышит. Пусть все услышат. Конечно, мы поженимся. Пускай сначала отец придет в себя. Если не женишься, я наложу на себя руки. Я умру. Хорошо, хорошо, не плачь. Не плачь, успокойся. Четверг прошел, от пятницы избавились, суббота тоже прошла, все, отец, хватит. Найдем деньги, хорошо, а не найдем, лишимся магазина, понятно?
А что мне сделать? Если бы были деньги, разве я бы тебе их не дал? Нет у меня, что поделать? А на выпивку ты всегда находишь. Чем тебе помогут деньги, которые я трачу на две бутылки пива? Так и прошла моя молодость. Вся молодость ушла на то, чтобы поправить положение магазина. Ищи работу, отец. Никто не дает мне работу, дочка. Что мне делать? А кто даст? Кто даст работу такому пьянице, как ты? Это очень важный проект. Нужно хорошо все обдумать. Один мой друг занимается горной промышленностью. Мы вместе учились. Сообщу ему, может, он заинтересуется. Рудники могли бы стать новым направлением в работе Беняб. Ты удивляешь меня, Керим. Думал, ты махнешь рукой на работу. Я удивлен, честно. Многое изменилось в моей жизни. Мы уже давно с тобой не разговаривали по душам. Есть новости, о которых я еще не знаю. Да, много. Мы ходили к маме. К маме Севаль. Правда? Дело не в том, чья кровь тебе течет. Мать — это та, которая вырастила тебя. Наконец-то ты понял это, Керим. Да, такой у меня характер. Мне нужно кого-то обидеть. Разве я не обижал тебя, Шихризад, Бану? Ладно, что поделаешь, все уже забыто. Входите. Возьмите, господин. Спасибо, приятного аппетита. Тебе все равно, даже если мир рухнет, так, отец? А что может рухнуть? Конечно, у тебя есть дочь, которая решает твои проблемы. Дядя Семих, ваш кофе, спасибо. Только заплатите сразу. Я ведь не собираюсь сбежать. Что с тобой? Сестра Сезен, вы должны 150 лир. Больше не дадим в долг. Иди, у меня нет настроения спорить с тобой. Дядя Семих, заплатите. Постыдился бы. Мы ведь соседи. Дай ему денег. В кассе денег нет. Нету. А я считал тебя своей дочерью. Тогда не считай, я не буду против. Бери и принеси сдачу. Что это? Сезен, чье это? Я же говорила, в прошлый раз приходил парень, спрашивал тебя. Владелец холдинга Беняб. Подожди, давай я ему позвоню. Возможно, они ищут музыканта для приема гостей. Конечно, конечно. Ты ведь Таркан. О, Аллах, если бы я избавилась от этих долгов, я бы была так счастлива. Ладно, я пойду работать. Кстати, забыл сказать, Бану беременна. Что? Хранил самую радостную новость напоследок. Постой, я поздравлю тебя. Поздравляю. Спасибо. Это такое прекрасное чувство, Онур. Когда вы узнали, что сказала тетя Севаль? Сейчас. Слушаю. Алло. Слушаю вас. Здравствуйте, Керим Инжиоглы. Да. В прошлый раз вы искали меня и оставили свою визитку в магазине. Я Семих Ошенер, гитарист. Я был на гастролях, в Стамбул приехал только недавно. Ваш номер дала мне дочь. Я перезвоню вам позже. Керим? Все в порядке? Кто это? Мой отец. Отец? Пойдем. М.
Он в своем уме, не хочет разговаривать. Зачем тогда просит позвонить? Что случилось? Уже договорились с Тарканом? Если понадобится, пусть сам мне звонит. Раз нашел его, почему не поговорил? Не знал, что сказать. А что бы ты сделал? Не знаю. Наверное, встретился бы. А что я ему скажу? Сказать ему, что я только сейчас узнал, что я сын такого проходимца, как он? Что моя мать бросилась с седьмого этажа, когда мне было всего несколько дней? Или побить его, спросив, не чувствует ли он своей вины за это? Скажи это все ему и забудь. Ах, если бы это было так легко. Дедушка? Каан, сынок. Сынок, осторожнее, дедушка только выписался из больницы. Ничего страшного, Шахерезад, не волнуйся. Добро пожаловать, Каан. Как дела, Каан? В порядке. Молодец, пришел справиться о здоровье дедушки. Дедушка, поправляйтесь. Спасибо. Как вы себя чувствуете, господин Бурхан? Слава Аллаху, Шахерезад. Все обошлось. Выздоравливайте. Спасибо. Здравствуйте. Госпожа Сезен? Да, это я. Здравствуйте, меня зовут Хадия Демир. Вы должны фирме Турджан Музыка. Мы пришли за оплатой. Фирме Турджан Музыка? Их адвокат ведь был господин Неджи. Его освободили от должности, теперь я являюсь их адвокатом. Постойте, я не поняла. Если не вернете долг, мы конфискуем все ваше имущество. Подождите, сейчас, как вас зовут? Хадия Демир. Хадия, если позволите... Это уже невозможно, госпожа Сезен. Спасибо, приятного аппетита, госпожа Шахерезад. Каан, оставайся сегодня у нас. Мама, можно? Не стоит беспокоить дедушку, сынок. Ну что ты, Шахерезад, пусть остается. Да, Шахерезад. Все равно вечером вы еще раз приедете с господином Онуром. Мама, можно, пожалуйста? Хорошо. Ура. Каан, я испекла печенье, будешь? Да. Пойдем. Девочки, и вы пойдемте. Шахерезад, как хорошо, что ты привела Каана. Я так по нему соскучился. Он тоже соскучился, когда я сказала, что поедем к дедушке, тут же вскочил. Дорогой, родной мой. Вы неплохо выглядите, господин Бурхан. Что поделаешь, дочка? Как господин Онур? Хорошо. Он передал вам привет. Сказал, что вечером заедет. Спасибо. Спасибо, что пришли. И у меня есть новости. Мы с Онуром решили пожениться. Онур говорил, что назначит дату бракосочетания. Какая замечательная новость, госпожа Надиди. Да, да. Поздравляем, дочка. Будьте счастливы. Я рада, Шахерезад. Как хорошо. Когда свадьба? Свадьбы не будет. Нам не везет со свадьбой. Упаси Аллах. Осторожнее, осторожнее. Будьте осторожнее. Что случилось? Осторожнее, нельзя весь так обращаться с товаром.
Госпожа Хадия, теперь вы успокоились, закрыли магазин, добились своего. Ваш долг длится с августа 2006 года. Наоборот, фирма и так проявила большое терпение к вам. Что происходит? Закрыто, брат, вещи уносят. Если что-то нравится, в скором времени все это выставят на аукционе. По низкой цене, там и купишь. Госпожа Хадия, прошу, послушайте, извините. Носите осторожнее. Госпожа Сезем правильно говорит. Забираете из-за долгов? Да. Я оплачу долг, остановите. Мы оставим компьютер, госпожа Сезен. Вы меня не расслышали, мне кажется. Я оплачу их долг. Что? Сколько? 35 тысяч лир. Хорошо. Я выпишу чек. Меня зовут Керем Энджиоглы, владелец холдинга Биняп. Как же так? Скажите грузчикам, пусть снова все выгружают. Я им заплачу наличными. Проверьте чек в банке, я подожду здесь. Дядя Семик, что случилось? Мы слышали, вы уехали на гастроли. Отстань, сынок. Нет новых песен. А что, хотите пригласить на свадьбу? Все? Да, закончили. Возьмите. Спасибо, до свидания. Что ты за человек? Что тебе от нас нужно? Кто ты такой? Ничего мне не нужно. Тогда почему ты оплатил наши долги? Что тебе нужно? Возможно, я просто добрый человек. Брат, ты в своем уме? Кто просто так делает добро в наше время? Кто может просто так заплатить 35 тысяч лир? Говори правду, в какую ловушку хочешь нас заманить? Можно задать вопрос. Наконец-то, спрашивай. У тебя есть братья? Ты это хотел спросить? Да. Скажи, есть или нет? Нет. А мать? Если бы она была жива... Уже 5 лет прошло, как она ушла из жизни. Значит, ты тоже сирота? А ты член фонда помощи и сиротам, и бедным? Ладно, пока. Куда ты? Стой, объясни. Подожди. Кан у дедушки? Да, он любит своих сестер. Попросил остаться. Я не смогла отказать. Хорошо, что оставила его там. Ты знала, что Бану беременна? Да. А почему мне не сказала? Бану просила никому не говорить. И мне, и тебе. Хорошо. Тогда я не расскажу, что сказал мне Керем. А что тебе сказал господин Керем? Не скажу. Онур, прошу. А вот и он. Слушаю, Керем. Онур. Онур, случилось несчастье. Что произошло? Ясемин. Ясемин. Что с Ясемин?